24 декабря первый лыжный марафон имени Галины Кулаковой прошел в спорткомплексе «Чкирил». Вот 250 лет лыжным гонкам официально в этом году исполнилось. У нас, в общем-то, 750 участников. Здорово. Для первого раза это показатель того, что сегодня спорт – это не мода, это спорт – это необходимость, это желание проявить себя, это приобщение к здоровому образу жизни. Я очень горд тем, что нам удалось организовать это мероприятие, этот марафон, потому что Галина Алексеевна Кулакова – это, собственно, лицо нашей республики, наш, если можно так сказать, бренд. Я считаю, что мы просто обязаны вот в лице ее, наши славные традиции в лыжах поддерживать такими мероприятиями. Первый международный марафон имени Галины Алексеевны Кулаковой считаю открытым. Хочу пожелать крепкого здоровья, чтобы каждый дошел до финиша. В первом лыжном марафоне участвовали спортсмены из разных регионов России и Казахстана. Каждый выбрал свою дистанцию – 10, 30 и 50 километров. Первыми на старт вышли дети. Они преодолели 2 километра. А за кого болеете? За мужа. У меня ребенок еще на соревнованиях по горным лыжам. Вот я марафон делаю между одной дистанцией и другой. Я уже думал, километров 15 намотала. Ветреная погода и сложная трасса не помешала спортсменам побить личные рекорды. Трасса классная, а очень хорошие спортсмены, быстрые идут, за ними не угнаться. Три подъема, самое сложное, на спусках лучше. Тренировался, чтобы здесь участвовать, я с собой доволен. Просто не могла, тяжело ехать после такого автографа. 10, потому что я просто любитель. Спасибо большое за организацию. Мы обязательно приедем еще раз, это жизнь в первую очередь. Также в лыжных гонках участвовал глава Удмуртии Александр Бричалов. Он преодолел дистанцию в 10 километров. Надо тренироваться. Это оказалось непросто. Но я очень доволен. Здорово. Удмуртия – территория спорта.